На центральной площади города бурлит жизнь. Здесь объединились жители всех городов и районов края. Повод особенный. В Приморье отмечают юбилей – 85 лет. Принять участие в гуляниях решил и губернатор края. По русскому обычаю встречаем гостей с хлебом с солью. В день празднования юбилея центральная площадь превратилась в масштабную выставку-ярмарку, где каждый из павильонов представил свой родной край. Здесь все желающие могли познакомиться с историческими особенностями, природными богатствами и достижениями, а также насладиться вкусными лакомствами и горячим чаем, а также примерить на себя русские народные костюмы. Оденем, оденем. Это что такое? О! Одеваем, одеваем. Да, вот да, 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 да. На улице холодно, сейчас да. Теплее будет в русской рубахе, правда? Точно. Да. Наша. А чтобы точно не замерзнуть, гости праздника водили хороводы, пробовали себя в роли гребцов приморской сборной и даже медиков, оказывая первую медицинскую помощь. 11, 12, 14, 15. А после выставки все гости насладились концертом. Дорогие приморцы, я искренне благодарю вас за доверие, за ваш вклад в развитие родного края. Я здесь родился, работаю и живу. И горжусь тем, что вместе с вами мы делаем наш край еще лучше и краше. От всей души поздравляю вас с Днем Приморского края. Также губернатор вручил паспорта граждан Российской Федерации юным жителям края, которые уже успели отличиться в спорте, науке, искусстве и общественной деятельности.